Друзья, здравствуйте. Аризона, Рулиплей Феникс, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика. Давно не было видосов по Аризона РП, и я планирую все это исправить в данном видеоролике, поэтому давайте приступим. Давайте начнем просто все это делать, ко всему этому приступать и так далее. Самп ускорил время в 125 раз. Канал Вальдемар, тот самый. Всем привет. Привет! Не забудьте подписаться. Я уже подписан, брат, я уже лайк поставил, я все сделал, и вы тоже самое сделаете. Сегодня раздобыл необычный скрипт, который переворачивает время вспять. Реально? Скинуть я его вам не смогу. Почему? Вас забанят. Ну ладно, типа, не, хотя ладно, Аризоне юзать не надо, ребят, и на Блэкраш тоже, и на всех серваках, которые будут мне платить, юзать не надо. Поэтому смотрите видос. А можно не смотреть. Один файлик, он залазит один, да, в нашу папку. Залазит, ну знаешь, залазит. GTA. И такую GTA, ага. San Andreas, ребят, вы никогда не видели. Серьезно? Я уже стал полухакером каким-то. ТП сюда. Нам нужно найти... Давай. Вот, птицы, нам нужны птицы. Ой, тут много птиц. Кнопочка. Такая команда. Значение 0000001. Видите птицу? Это было мало заметно, но она стала лететь быстрее. Так. Серьезно? Можно ускорять время в игре. Но, как видите, я хожу обычно, и персонаж мой не ускорился. Но один топовый скриптер сделал для меня скрипт, который ускоряет всю игру. Серьезно? Опять можно время игры менять. Опять же, давайте ТП сюда. Г-спид 0. Ой-ой-ой, ребят, это я переборщил. Птица маш фигово стала, а наоборот. Ну, я думаю, вы сами все поняли. Такого скрипта я никогда не видел. Это не монтаж, это я бегу в реальном времени, гуляю, вон птица. Да, я думал, это озвучка поверх, типа, дубляж там так далее. Давайте на сама... Серьезно? Мне... Ой, что-то мне... Так, надо приловчиться нам. Хотя, стоп, облегчение какое. Вот так ускоряется вся игра. Элементарно. Мой дом. Или курица рядом с домом. Сейчас она такая чудесная команда. На чекпоинт, посмотрите. Конвейер сейчас. Оп. Опа. Моя... Мама, как вот видос я делаю такой же конвейер. Машина. Поехали на работу. Урус. Стой. Что? Я даже не понимаю, где я. Педалька, газ в пол. Сдох. Что понял. С самолетом? Вальдемар аж офигел, руки поднял. Сейчас понял. Пойдем. Вальдемар, да не офигел, все нормально. Играть с этим скриптом. Я так серьезно, подумал, так вообще, и будем по делать? Сути, он полезнее любого чита. Игра. Почему? Сломалась, перезайти надо. Стопэ. Точняк, поезда. Игра ускоряется в 1000 раз. А чё, если поезд разогнать до такой скорости? Давай разгоним. Оп, к работе готов. Гвоздь мне в ногу, все, я водитель поезд. Гвоздь в ногу, ну нормально словосочетание. Так, 5 секунд рекламы. lolsteam.net. ЛЗТ. Сайт, которым я и сам пользуюсь. Там, где аккаунты еще пизженые продают, да, заебись, сайт, если очень вам нравится. Нужно купить... Вот аккаунт вас пиздят, вот тут можете купить свой аккаунт. Купить игру, страницу ВК или бесплатно урвать ключ для игры. Серьезно? Сюда. Торговля, работа, халява и даже форум. Есть вопросы и ответы. Даже форум, охуеть, знаете, форума, да, в 2021 году, вот все же на форумах сидят. Там репутация, это там на любую нажимаю. Тему. Ссылка в описании. Нажимаю кнопку ехать, и он по чуть-чуть ускоряется. Г-спид 999. Лол, пацаны, чекайте. Это реально лучше любого чита. Это почему? Не монтаж, я реально сейчас так еду. Не, это он реально так, это реально Вальдемар так едет, вот, охуеть. Секунды, бац, и я в другом городе. Причем тормозит он так же быстро. Это реально имба. Почему? Так нас же забанят, если мы будем с ним играть. Почему это имбата тогда? Никто, кроме тебя, им не может воспользоваться. Радуется то, что он админ. Не понял. Чекпоинт крутится. В общем, руководству что-то не понравилось, что я так быстро езжу. Уволили. Фиг с вами, я увольняюсь. Так, я лечу понял. На метле. Интересно... Получится? Просто чекайте. Я говорю, это лучше, правда, тяжело управлять, но это лучше. Это лучше, но тяжело управлять. Ну, конечно, ну бывает такое. Любого читай. Что за цирк, Шапито, Вальдемар, полегче, что за трюки? Шапито, а если реально. Так, ракеты полетели. Птичка летит. Нормально. Как собрать домой? Сено? Работяги, сейчас я вам покажу, как работать надо. Подходите, нажимаете Alt. 1000 лет собираете куст. Еще 1000 лет его тащите. Все проще на самом деле. Все проще, бота устанавливать, все играете. Взяли не кустик, может чекпоинт попасть. По сену. Если что-то надоело, можно взять и пешочком до другого города пройтись. Привет. Понял. Спорим, я пешком быстрее тебя. Привет. Не, ладно, на полосу становись. Как дела? На его лицо посмотрите, нормально все? Да это скин просто, не может быть. Неплохо. Ты админ? Пусть это останется тайной. А, стоп, это я еще никто без... Вальдемар не знает. Я на Аризон захожу, меня все узнают, Вальдемар. Быстро, это я шел, можно сказать. Вот что такое бежать, ё-моё. Какие нафиг Бугатти, Ламборгини? Ноги, вся сила в ногах. Да, бежал, конечно. Человека нашел мертвого. Ибрагим. Прыгайте. Вокзал ЛС. Ты там ремень пристегни. Возможно, вас немного укачает, да, но так все будет в порядке. Ой, ребят, держитесь, блин. Лагает, лагает сервер, тихо. Лагает, отлично. Жесть. Просто, ребят, полсекунды меня нет. А ну-ка, я знаю, тут велосипед. Где велосипед? А, вот, скейт.
Нормально, скейт реально, то есть то, что нужно. Да что ж такое, это аж гравитация изменилась. Реально. Привет, бандиты. Пушку даем себе. Звук за оружием идти не успевает. Меня на капт надо. Определенно. Ёшкин трин, что с водой происходит? Она в 1000 раз ускорена. Понял. Не, ребят, это не человеческий скрипт. Просто чекайте, что не, это такое. Не, реально, скрипт просто жесткий. Плавает мальчик под водой. Вот я не понимаю, вот у него вроде динамичный монтаж. Видос идет всего 5 минут 30 секунд, но я так заебался все это смотреть. Я просто, блядь, не могу это выдерживать больше. Ну, просто, это ужасно. Но я досмотрю до конца, конечно. Может быть, даже до 8 минут дотяну, чтобы рекламу много вставить. Кстати, кольцевая лампа у меня плохо стоит. Вот теперь лучше. Надеюсь, ничего не сбилось. Ничего не сбилось, все отлично. Водой. Или даже не так. Я уже просто не знаю, что можно еще проверить. Вспомнил. Проверь что-то. Да, ребята, у меня такое ощущение, что это лучше любого чита. Как еще это описать? Это жесть. Ты это говорил уже. Самая настоящая жесть. Жесть, ну ты говорил 430 км в час. Так вот, машинку разогнал. Стопудово вам интересно, как это выглядит со стороны. Это давай. Видео от лица админа. Короче, как вы видите, когда я быстро бегаю, у него и у всех игроков я телепортируюсь. Даже не двигаюсь по земле. Блять. А когда я стреляю, так вообще что-то непонятное. Вроде пули идут обычно, но у меня вылетает вся обойма за одну секунду. Поэтому тоже непонятно. Да, и такая же фигня с тачкой, когда я еду. У себя я лечу как ракета Молния Маккуин, а у обычных людей я телепортирую. Ты закажи хуевую сборку админа, это просто ужас. В общем, пацаны, что еще думаете по этому скрипту? Напишите в комменты, где его можно применить. Ставьте лайк, нигде. Тычьте, вот прям тычьте эту не буду кнопку. Тыкать. И эту кнопку ПЖ нажмите. А у меня не через 30 минут делать. Уже в Гарварде первая пара начнется, поэтому мне понял. Надо спешить. Всем спасибо, всем пока и до встречи. Гарвард у него, конечно, блядь. Вся хуйня. Ну, конечно, давай, далее 30 минут подождем, там 20. Будут, блядь, ролики-то другие или что? Он забыл ролики вставить. Я больше всего ненавижу людей, которые забывают вот в эти вот штуки вставлять вот штуки с роликами. Я просто не знаю, как ты мог это сделать? Вставь ролики, нормально все делай. Arizona Roleplay Phoenix, IP в описании. Всем пока.